Так, вот взял партию небольшую на пробу. Опарыши. Сейчас попробуем их промыть. Как видно, в сетке они не застревают. А может и пролезают сюда через сетку, не знаю. Ну и помет не особо размывается. Давление нам побольше надо бы. Размыть сок помета проблематично, много воды уйдет. Нет, вот один через сетку пролезает, я вижу. Вообще они сами должны как-то в чистое место перебраться. По идее. Может их просто на сетке оставить, они пролезут через дырки в сетке и будут уже внизу. Они же в чистое место должны пойти. То есть надо отсеивать нам опарыши, а не помет. Может быть и такой случай. Ну, помет особо не размывается водой. По крайней мере, такой струей, таким давлением нет. Недостаточно. Очень медленно. Крупные куски остаются. Уже полное ведро почти набрано. А помет недостаточно. Да, они пролезают в сетку туда. Поэтому мы поступим сейчас как? Сольем это ведро с водой и накроем крышкой. И посмотрим, что будет завтра утром. Опарыш любит чистое место, я думаю, они уйдут в чистоту. То есть пролезут через сетку, и они таким образом в ведре у нас окажутся. Мое предположение, конечно. Так, ну пока эксперимент закончен.